Добрый день, уважаемые зрители. Уже, наверное, в принципе, добрый вечер. Ну и мы приветствуем вас снова на стадионе на Флотской. Приветствую вас я. Ну и, в принципе, Северная Лига, компания «Спорте.ру» приветствует вас, если вы не смотрели предыдущий эфир, матч, в котором в Лиге Чемпионов Нева успешно стартовала и переиграла со счетом 3-1 «Пищевик». Важная и значимая победа, действительно. Ну, а сейчас у нас другой матч главного клубного турнира Москвы. Сейчас у нас еще одна игра Лиги Чемпионов, и в ней встречаются команды, которые, ну, с одной стороны, друг другу знакомы, потому что уже играли между собой, причем в этом же турнире, но это было достаточно давно. С тех пор составы так или иначе успели некоторым образом обновиться, ну и потому, наверное, каких-то параллелей больших проводить здесь не стоит. Гефест принимает Россош. Север против Юга. Группа Б, где также представлены северо-восточный Кайзер и западный ФКСП. В этой группе два явных фаворита. Гефест и чемпион Запада. Но коллизия в том, что Кайзер уже успел с ФКСП сыграть на своем поле, на Березовой аллее. И северо-восточная команда победила со счетом 3-1. Причем ФКСП там при счете 2-1 3 или 4 раза попал в штанги. В общем, сотрудники прокуратуры имели достаточно моментов, чтобы выиграть, но уступили, и теперь ситуация в группе сразу же с первого тура становится очень интересной, и борьба будет более упорной и напряженной, чем ожидалось изначально. В группе D сегодня ЦДК на своем поле переиграл Бобр. Этот матч не был в эфире, но счет тот же 3-1. Армейцы начали Лигу Чемпионов уверенно. Ну, а... Ой, прошу прощения, Бобр, Пивдом, конечно же, северо-восточную команду. Ну, а там усадьба Банная с Бобром играют. Не могу пока вам сказать, какой результат. Ну, и еще одна северная команда, Нева, в группе А. Как я уже сказал, Пищевик тоже счетом 3-1 выиграл. А здесь еще Авангард и ЦДН в подгруппе. Она очень упорная, обещает быть. И поэтому три очка, которые наш коллектив заработал, это, безусловно, важное подспорье для того, чтобы как минимум вести борьбу за выход в плей-офф. Группа очень действительно интересная и напряженная. Ну и вот так вот у нас все начинается. Я даже не успел не то чтобы составы назвать, а к составам перейти. Как Александр Масленников открывает счет в этом поединке. Выводит Гефест вперед. Россош недолго продержалась. Ну, впрочем, на севере у Россоши в этом плане и два года назад все было непросто. 5-2 тогда Гефест выиграл и очень быстро открыли счет античные в том матче. И спокойно развили успех, одержали победу. Ну и давайте к составам все-таки команд придем. Гефест хозяева, с них и будем начинать. Отмечу только, что на третьей минуте, которая только что закончилась, на третьей минуте Масленников счет открыл. Если не ошибаюсь, Андрей Моисеенков ему с левого края сделал передачу, после чего Александр в проходе и завершил взятием ворот эту атаку. Ворота Гефеста защищает Станислав Станиславский, у него номер 32, здесь все стандартно. Правый фланг обороны. Вот здесь интересный нюанс. Константин Лозбенев, номер 4, он, ну, можно сказать, завоевал в последнее время себе место в стартовом составе и по этому сезону, и по игре на КФЛ. Здесь момент может быть еще один.
Но все-таки прервали в подкате передачу на Сергея Анохина, и до Дардио не дошло. Сегодня Станислав Каханов присутствует, но он на скамейке запасных. А раньше, еще не так давно, еще по ходу прошлого сезона, такой вариант казался невозможным. Он всегда, я Каханами, играл вместе с Мартином Хориным, номер 13, с Андреем Исинковым, номер 6, со старта, ну и, по сути, по полному матчу, когда только все они трое присутствовали. Ну вот, Хорин и Моисеенков. И сегодня в составе Моисеенков, капитан команды, Максим Мухин в центре полузащиты начинает матч. У него номер 7. Андрей Идрисов, который мог бы играть в центре, играет справа под номер 90. Слева Александр Масленников, номер 28. И Сергей Анохин, номер 25 в атаке. В обороне есть Станислав Каханов, номер 51. И Павел Котов, внимание, номер 17, который еще не играл за Гефест. Вот сейчас проверю эту информацию. Ну, по-моему, Павел Котов не выходил еще за Гефест после перехода из Невы. Недавно он дал интервью на портале Sports.ru, очень такое жаркое интервью получилось. Ну, при этом, как сам Паша сказал, еще много чего там вырезали на самом деле. Все-таки играл, конечно, Павел Котов, да, играл с Энергомашем, так что это не дебют. Много еще вырезали в этом интервью. Активировал режим Романа Широкова, Павел Котов сказал. Ну и он может и в защите полузащите выйти. Также полузащитники Артем Варакин, номер 12, Радик Умяров, номер 55, Евгений Шеренков, номер 23, Алексей Гусев, номер 22, это нападающий. В запасе Алексей Швынин, главный тренер команды. И теперь к гостям, к Россоши, которая сейчас, надо сказать, атакует. И вот момент может быть, главная звезда этой команды едва сейчас не ударил воротом Станиславского, в упор развернувшись. Ну, давайте по порядку. Ворота защищает Алексей Комаров, номер 1. Оборона справа налево. Трио. Артем Петров, номер 33. Андрей Ганюшкин, номер 30. Никита Немых, номер 88. Человек, для которого Север хорошо знаком. На высшем, на элитном уровне он именно на Севере начал выступать. Вообще, это футболист все-таки такой исконно Южной лиги, но там он играл в низших дивизионах, в первом, в частности. А вот затем перешел в регион и в высшей лиге отыграл за эту команду где-то больше года, ну или год примерно, после чего покинул ее и перешел в Россош, где обрел место в стартовом составе и играет стабильно и достаточно неплохо. Правда, сейчас я смотрю, он не слева в защите, а справа в полузащите. Ну, давайте я про состав, как мне написали, расстановку закончу, а дальше будем разбираться. Уча Мергатия под номером 84. Справа в полузащите был отмечен слева Дмитрий Адушев, номер 42, Виталий Обласов, номер 94. В центре полузащиты еще один человек, для которого для него Север — это родная лига, потому что Обласов за Туман очень долго играл, и в том числе в высшем дивизионе. Год с небольшим провел, ну и, собственно, только когда Туман распался, вот тогда Север Обласов ушел. Но он новичок Россоши и сразу получил место в центре. Александр Минченков, номер 10, капитан команды в атаке. Человек, который сейчас будет бить своей могучей левой ноги штрафной. Человек, который забивал за Локомотив московскому Спартаку. Андрей Идрис представляет голову, мяч уходит выше забора. Ну и, кстати, тоже с Севером роднит Минченкова, что он на континентальной футбольной лиге в 16 году выступал за Легион. И там забивал ворота Золотого, который потом выиграл турнир. Ну, Александр Минченков классный нападающий, действительно, очень высокого уровня игрок. И в запасе есть Сергей Фатьянов, номер 6, и Александр Крыганов, номер 71. Скамейка у Россоши небольшая. Долго выясняли, как играть ребята. Там проблемы были какие-то с экипировкой, но в итоге все в штанах действуют, так что штрафа быть не должно. Сейчас будет замена мяча. Правильно, Андрюш, напихай! И какие-то споры с арбитром. Добра не доводит обычно. Ну, а я пытаюсь расстановкой разобраться. Никита Немых играет справа в полузащите, это очевидно. Вот он сейчас принимает мяч на грудь, но он универсальный футболист, и в регионе он в полузащите играл, а в Россоши уже стал как защитник действовать. Вижу я, что
Дмитрий Адушев, у него, во-первых, не 42-й, 92-й номер. И играет он действительно слева в полузащите. Как и было заявлено. Виталий Абласов играет в центре. Ну, значит, у Чумергатии нет. Артем Петров справа в защите. А у Чумергатия слева в защите. Вот оно в чем дело. Андрей Ганюшкин в центре обороны. Просто Мергатия и Немых по отношению к стартовой расстановке поменялись местами. Ну а сейчас Мартин Хорин возглавил встречную атаку Гефеста. Нечастое событие. Но до удара дело не дошло. Ну и вообще темп невысок. Здесь, наверное, и то, что... Гефест забил быстрый гол, но тоже... Эта информация отложилась у футболистов в подкорке, и это влияет на футбол. Гефест владеет инициативой, но уже никуда не рвется. Спокойненько играет, ну и Россош там взвинчивать не спешит, потому что, наверное, в высоком темпе тяжело будет против Гефеста этой команде играть. Вообще, тактика у южан достаточно простая. Ну, в любой непонятной ситуации делай заброс на Александра Минченкова, он разберется. Но на самом деле Минченков классно умеет цепляться. Так что это, в общем-то, правильная вещь. Ну и Виталий Абласов первая в матче желтая карточка. Я не представил арбитра, вот сейчас я это сделаю. Алексей Сергеев обслуживает встречу. Игорь Елисеев, резервный рефери. Ну и я, Александр Седов, для вас матч комментирую. Ну что ж, Виталий Абласов с почином, можно и так сказать. Вообще, Виталий Абласов – это футболист достаточно креативный, очень хорошо видящий поле, умеющий развернуть атаку, контролировать темп игры в центре поля, и при этом не всегда выдержанный. Это, в общем-то, достаточно... известная вещь на севере, по крайней мере. Ну, в Россоше с ним только знакомиться. Он вторую игру проводит за команду Южной Лиги. Первой была с Торпедо Сити. Очень напряженная игра. Ну а у нас тем временем не дают мне футболисты Гефеста закончить мысль. Потому что на 13-й минуте встречи удваивается перевес античных. Ну и поздравляют партнеры Мартина Хорина, который не зря в атаку, да, видите, бегал. Забивает сейчас. Ну, теперь вот совсем будет тяжело. Теперь совсем Россоши будет тяжело. В общем-то, здесь, конечно, посмотрел сейчас еще раз этот гол. Безусловно, ошибка Комарова. Голкипер крайне неудачно сыграл. И в итоге получилось, что Хорин бил в пустые ворота. Но Андрей Андрисов записывает на свой счет голевую передачу. Ну, а я вернусь все-таки к матчу Торпедо Сити Россош. Там единственный гол Александр Минченков в передаче Дмитрия Адушева на 43-й минуте забил и принес таким образом победу. Ну, надо сказать, Торпедо Сити – это очень хорошая команда. Там много интересных футболистов, которые, в общем-то, известны в режиме ЛФЛ, но, в общем-то, окончательно мне не хотят дать... Футболисты Гефеста
уйти в дебри и различные истории около этого матча. Говорят, комментируй, пожалуйста, игру, потому что Александр Масленников на уже сейчас 14-й минуте матча оформляет дубль. Кто же там пас сделал? Константин Лозбенёв, по-моему. Константин Лозбенёв, если не ошибаюсь, делает передачу. 3-0, это уже как приговор выглядит, как-то Россош подразвалилась за вот эти 2 минуты, 2 подряд гола пропускает команда с юга. Конечно, Гефест изначально был явным фаворитом, но если Андрей Моисеенков 4-й мяч забьет, а штрафной — это хороший шанс, Андрей большой мастер. Тут даже не знаю, о чем еще можно будет говорить. Но здесь прямо по центру удар. Комаров руками кулаки просто подставляет и отбивает мяч. Вперед Гефест пытается продлить атаку свою. Накрывает соперника. И не выпускает Россош с ее половины поля. Я комментировал 2 года назад игру группового этапа между этими командами. Вот, опять же, аллюзии в том, что тогда Гефест и Россош также играли в первом туре. И с счетом 5-2 тогда Гефест победил. В итоге он занял 2-е место в группе после усадьбы Банной, которая оказалась сильнее всех. Действительно, в том сезоне в своей подгруппе. Но в конкретном матче Гефест был действительно очень хорош. Здесь момент и... Продолжается у нас, честно говоря, этакое дежавю, потому что забивает Дмитрий Адушев с передачи Александра Минченкова. Счет становится 3-1. Если я вот ничего не путаю, тогда именно при счете 3-0 первый гол Россош забила. Это было в первом тайме. Сам гол я помню достаточно хорошо, потому что его автором стал Папин Казарян, уже... 2 года выступающий за «Легион». Собственно, тот матч был для Казаряна последним в составе Россоши, причем это до игры было еще известно. И Казарян дубль оформил в той игре. С счетом 5-2 победил Гефест. В итоге Россош ту Лигу чемпионов провалила, потому что за весь турнир команда смогла набрать только 3 очка. И... заняла в группе с усадьбой Банной, Гефестом и Керосинкой 3-е место. А, даже нет, не 5-2, 5-3, конечно же, Гефест Россоши выиграл. Ну, а в ответной встрече на юге был сильнее с счетом 4-2. Потом в Лиге чемпионов в четвертьфинале Гефест играл с Интером, тогда еще северо-восточным. Сыграл успешно. Прошел, ну а вылетел в противостояние с западным Мегатитаном. Ну и в том сезоне Гефест оформил чемпионский титул. Еще интересный нюанс, что ответная игра между Гефестом и Россошей была одной из первых для Сергея Анохина в составе античных. Тогда блестяще за Гефест дебютировал. Ну а если посмотреть стартовый состав, здесь удар Комаров... справился бы, но мяч шел мимо ворот. Станиславский, Каханов, Халдеев, Моисеенков, Нефедев, Умяров, Масленников, Анохин. Вот такой был стартовый состав, да, и в запасе Олег Новиков и Артем Варакин. В итоге вот Нефедева уже нет в команде. Ну, он, вернее, есть. Он в Гефесте 2 сейчас выступает. По-моему, как аренда оформлен его переход. Может еще вернуться, если понадобится его помощь Гефесту. Но пока
Гефесте 2 в третьем дивизионе выступает, там вторые античные идут без потерь пока что в группе А. И у нас интересный нюанс, пока или 3-1, или 5-2 в этой Лиге Чемпионов счета ЦДН у Авангарда. Со счетом 5-2 выиграл это для Невы. Важная информация. Вы это сами видите прекрасно и слышите. Дождик еще идет у нас, что не особо мешает футболистам. Замены пошли у Гефеста. Максим Мухин ушел с поля. Вместо него вышел Павел Котов. При этом он вышел на правый фланг полузащиты, чтобы смещаться в центр и бить. Андрей Идрисов перешел на позицию центрального полузащитника. Ну и Алексей Гусев заменил Сергея Анохина. Вот перед сезоном Гефест распрощался с Александром Селивановым. Потому что, ну, в общем, проиграл он конкуренцию Анохину и Гусеву. Ну, а вот Анохин с Гусевым, надо сказать, что блестяще смотрится. У Анохина был определенный спад, Гусев какое-то время в игру Гефеста встраивался. Нет, он, в принципе, с самого начала заиграл хорошо, но все-таки какое-то время Алексею понадобилось, чтобы по-настоящему стать своим. И вот когда это случилось, мне кажется, особенно ярко стал раскрываться Алексей. И сейчас он, конечно, блестяще выступает. Гефест продолжает осаду. Играет в охотку. А здесь свободный удар Алексея Гусев. Там был, по сути, первым на мяче. Ну, а Дмитрий Адушев не прав. И что у нас? Свободный или штрафной? Ну, раз рука арбитра не поднята, значит... Значит, будет штрафной удар. Здесь Моисеенков и Котов у мяча. Раньше штрафной под левую ногу не вызывал вопросов, кто будет бить. Но вот и сейчас не вызывает. Бить будет Андрей Моисеенков. Котов пока уходит, но капитан бьет совсем неудачно. И Комаров отделывается здесь легким испугом. Сегодня многих нет в составе Россоши, важных футболистов. Например, на дне Лалай, конечно, мог бы помочь Сергей Мищенков. Это так вот, навскидку, люди, которые, безусловно, пришли ко двору. Денис Захаров, который играл 2 года назад в Лиге Чемпионов. Ну и без них пока совсем ничего не получается противопоставить фаворитом на их поле у южан. Ну, вернее, как, ничего совсем. Один гол отыграли. Счет 3-1. Но согласитесь, что в целом преимущество Гефеста никаких сомнений не вызывает и выглядит очевидным. Ну вот, попрессинговали южане. Вынужден был Андрей Моисеенков мяч выбивать. Но там, правда... Уже Андрей Ганюшкин чистит тоже от греха подальше и из боковой Гефест будет вводить. Я не сказал об этом, но уже в обзорах Кирилл Разумовский писал. Новая форма Гефеста, вы уже смогли отметить, красно-черная такая или красно-бордовая. Черный тоже есть, бордовые рукава или коричневые, красные футболки и черные вставки. Стильно смотрятся. И, похоже, становится основной для античных теперь. Павел Котов только в такой играл, например. Ну и еще одна замена. Александр Масленников в поле покинул. Артем Варакин. Не устану повторять, мастер красивых голов. Появился на поле. Ну и на левый фланг, раз Котов справа. Ну, Варакин может и там играть. Чаще просто мы увидим на месте правого полузащитника. Но вот сейчас он слева, и вот такая...
Я не знаю, кто ввел эту моду, но мне кажется, Мауриньо ввел в Реале, когда переставил Ди Марию с левого края на правый, а Роналду с правого на левый, Криштиану Роналду, пришедший из Манчестер Юнайтед, сезон отыграл при Мануэле Пеллегрини справа в полузащите, а вот пришел Мауриньо, переставил Роналду налево, направо переставил Ди Марию, и они смещались в центр и били с рабочих ног. Ну и вот именно так сейчас Варакин с его правой ногой на левом краю, ну а Котов с его левой ногой на правом, под удар. Впрочем, Варакин справа смотрится очень хорошо, и то, что при смещении в центр он как бы под нерабочую ногу будет заходить, ему не мешает забивать рост красивых голов. Практически все, что Артем забивает, красиво. Павел Котов тоже, в общем-то, мастер голов хит-парад. Ну, у Гефеста такой гол может любой игрок забить. Пока Павел работает в перехвате. Доказывает сейчас право почаще находиться на поле. Здесь интересная стенка с Алексеем Гусевым, Наваракина, а тот Идрисов. Идрисов может бить, а может сейчас на замах убирать. А может вот так вот стеночку с Гусевым сыграть, но Адушев хорош. Выгрызает мяч, сейчас Гусев накрывает, но Комарову снаряд отскакивает. Ну и усадьба Банная выиграла у северо-западного Бобра со счетом 4-2. А у нас Гефест продолжает давить. Остается 4 минуты до конца первого тайма. И у Алексея Сергеева вроде как особых оснований что-то добавлять нет здесь. Он сказал про то, что Россош выиграла у Торпедо Сити с счетом 1-0 в последнем туре. Ну а до того 7-2 был обыгран Аргус. Вот и Котов приложился поворотом, но выше. В общем, Россош неплохо начала сезон. Ну, правда, было поражение от тройки регион в Суперкубке Южной лиги. Ну и даже, можно сказать, просто от тройки регион пропал с этого сезона из названия команды. Ну, к этому матчу в любом случае никак не относится данная информация. Мы слышим подсказ Станислава Станиславского, активный, это значит, что Россош чуть ли не в первой позиционной атаке, но Дмитрий Адушев перемудрил. Сейчас с передачей пяткой, от отсутствия, наверное, вариантов перспектив. Ну, это был не лучший действительно выбор. А сейчас Лузбенев подключился, пытался в центр уйти, ему не дали. Но мяч остается у Гефеста, это главное сейчас для команды Алексея Швындина, Котов. Гефест может играть гораздо быстрее, нынешняя Россош вряд ли. Немых, диагонально Адушев, он туда не успел в любом случае, но и так мяч перехватил Мартин Хорин. Моисеенков на Идрисова. Пока в тренировочном режиме Гефест играет. Вот в чемпионате у него последние игры были непростые. Гефест пока очков не терял еще. Но с двумя новичками, с EPC и Энергомашем, имел проблемы. Сначала у Энергомаша вел 3-1, но во втором тайме Энергомаш счет сравнял. За 10 минут до конца еще была ничья на табло. Но Гефест выиграл 5-3. А что касается матча с EPC, в следующем туре EPC без нескольких футболистов у Люльки. У ехавшись на Кубок России, по пляжному футболу выступал, но там
Гефест выиграл с счетом 2-1 и вырвал победу на 58-й минуте ударом с пенальти. Замена у Россоши. Сергей Фатьянов под шестым номером появился на поле. А Дмитрий Адышев одну из термомаек снял. И так в кофтах играет Россош. Жарко Дмитрию. Ну, а Сергей Фатьянов вышел направо полузащиты и заменил Никиту Немых. Если бы сейчас процент владения мячом кто-нибудь, гипотетический режиссер, вывел бы на экран, я думаю, что 75 на 25 примерно были бы цифры. Преимущество Гефеста подавляющее. Ну вот и еще информация. Беда, за перспективы которой было много переживаний. Счетом 3-1 обыграла Москву на северо-востоке в матче Кубка ЛФЛ в первом туре. Ну что ж, это хорошие новости. На них мы и уходим на перерыв. У нас 3-1 на табло. Гефест выигрывает Россош. Сергеев приглашает команды. Россош там уже и так давно на поле. Теперь еще и Гефест возвращается на газон. Алексей Гусев сейчас будет разыгрывать мяч с центра поля. После того, как Алексей Сергеев даст свисток к возобновлению игры. Даже здесь у нас какая-то пауза достаточно долгая. Долгим у нас получился перерыв. Это немножко неожиданно, но игра возобновилась. 3-1 Гефест в матче Лиги Чемпионов выигрывает у Россоши после первого тайма. Чисто. Мартин Хорин играет сейчас. Александр Масленников на третьей минуте счет открыл. На 13-й Мартин Хорин сравнял. Увеличил преимущество Гефеста. Тут же на 14-й Масленников оформил дубль, довел преимущество до крупного. Но через 3 минуты Дмитрий Адушев с передачи Александра Минченкова сократил на один мяч до двух отставания гостей. И этот счет продержался до перерыва. Гефест начинает матч следующим составами. Второй тайм начинает в следующем составе. Станиславский в воротах. Каханов заменил Лазбенева на правом фланге обороны. Это плановая замена. Хорин и Моисеенков остались в своих местах. В центр полузащиты вышел Радик Умяров. Как и у Каханова, это его первое появление на газоне сегодня. Справа Артем Варакин играет, слева Евгений Ширенков. И он тоже в первом тайме, если не ошибаюсь, не играл. Ну и Алексей Гусев на острие атаки. У Россоши Алексей Комаров защищает ворота. В обороне справа Артем Петров, в центре Андрей Ганюшкин, слева Уча Мергатия. Здесь ничего не менялось. Виталий Обласов в центре полузащиты. Справа Никита Немых, слева Дмитрий Адышев. И Александр Минченков на острие атаки. Это стартовый состав. Гусев. Ширенков на третьего. Играл на Хорина. И сейчас Варакин, Каханов, Моисеенков по ситуации. У нас трио обороны получилось у Гефеста. Но вот Хорин уже возвращается на свою позицию. Варакин уже в полузащите, а Каханов на краю обороны. Отрабатывает Гефест различные сейчас нюансы. Игры, возможности, как действовать, может себе команда позволить. Умяров выходит на ударную позицию, бьет у Радика, шикарный удар, особенно с правой ноги.
Но сейчас мяч чуть-чуть разминулся со штангой. Далеко Комаров выбивает мяч в поле. В хорошую скидку делает Обласов. И там Адушев... А, нет, не Адушев, Немых почти до удара. Добрался. А здесь Евгений Шеренков выходит один на один и забивает четвертый мяч. На четвертой минуте второго тайма Гефест снова доводит свой перевес до крупного. Вот так вот был у Россоши почти голевой момент, но забил Гефест. И Шеренкову немного времени и немного касания мяча понадобилось для того, чтобы отличиться. Вот сегодня комментаторы матча Тосно-Спартак при счете 2-0, когда Спартак играл в большинстве, уже давно говорили, что теперь все понятно, а в итоге Тосно отыгрался. Но, честно говоря, думаю я, что здесь песенка Россоши спета. Шеренков на Гусева, того Ганюшкин руками буквально придерживает, но все равно получилось достаточно опасно. Шеренков. На Умярова, тот подает в штрафную и выносит Ганюшкин мяч на угловой. Гефест отлично умеет разыгрывать, подавать стандарты, так что особо легче не станет сейчас его сопернику. Но, правда, здесь на Немых пришел мяч, а он там был в одиночестве. А Игорь пытается контратаку бежать быструю. Минченков зацепился, сыграл на Адушева. Здесь Обласов разворачивает атаку на Немых. Немых один в один даже не пошел, а просто ушел влево. Отдал Адушева. Тот, что это, удар был или попытка пас отдать... Не знаю, в любом случае не прошло. Но Россош не сдается. Россош показывает, что готова биться. Вот такая передача пяткой. И она проходит. Еще пас пяткой. И снова проходит. И вот было опасно. У ворот Станиславского. Адушев атаковал. Но последний пас пяткой делал Андрей Моисеенко. Ой, Андрей Моисеенко. Александр Минченков. Чуть-чуть похожа фамилия. Заговариваюсь. Никита Немых подает угловой. Не очень удачно. Теперь стреляет в штрафную. Даже поопаснее было. Но до удара дело не дошло. Вот хороший отрезок в исполнении Россоши мы увидели. Ну, а теперь Гефест чем ответит? Варакин на Шеренкова, тот штрафной. Показывает, что и в Гефесте есть кому пятками играть. Правда, Радик Умяров не ждал, но к мячу успел. Моисеенков, Гусев. Разворачивается, бьет, рикошет. Обласов в прыжке подставил ногу угловой. Видно, что тяжело футболистам Россоши. Гефест играет очень хорошо, с преимуществом. Вот Обласов здесь киксует при попытке выноса, и это оказывается роковым действием, потому что на подборе был Андрей Моисеенков, тут я уже точно ничего не путаю, и он буквально вгоняет мяч с лета в ворота. Достойный очень гол, отличный удар, 5-1 на табло. Ну, на юге, думаю, что все понимали, кто здесь фаворит, и в штабе Россоши тоже понимали, что шансов будет на севере немного, но как-то очень уставшей выглядит команда гостей.
без особого энтузиазма на лицах играет, но тем не менее бьется до конца. Сейчас Артем Петров из-за боковой будет мяч водить. Ганюшкин пытается вынести, но делает это неудачно. А можно было попробовать Петрову отдать, там Варакин был достаточно далеко. И Гусеву надо было разворачиваться, так что было бы у Артема время, но Ганюшкин предпочел иной вариант, и он не сработал, как мы видим, потому что мяч остался фактически в той же точке, только из-за боковой теперь в Гефест. Гусев. И штрафной. Ганюшкин слишком активно атаковал. Гусев здесь показал, да, что фол был, но в его действиях как раз не было криминала вот в этом показе. А нарушение действительно было очевидное. Так, у мяча Каханов, Моисенков и Умяров были изначально. Каханов ушел, Умяров, похоже, будет исполнять. Здесь Ганюшкин выставляет ногу, и это правильное решение. Вот здесь Андрей верно сыграл мяч. Он заблокировал. Андрей Моисенков ждет, пока замены пройдут. Умяров покинул поле. И Варакин. Ну, а вернулись в игру Максим Мухин и Андрей Идрисов. Игроки стартового состава. Мухин сейчас в центре будет. Идрисов на левом фланге пока располагается. Справа Ширенков и Гусев на острие атаки. Ну, а Максим Мухин буквально прощает. Сейчас с линии вратарской с разворота бил с лета. Не попал. Ну, бывает. И такие мастера, как Максим Мухин, бывает, ошибаются. Очередная атака Гефеста, теперь правым флангом, теперь там Каханов, соскучившийся за 30 минут по футболу, на острие атаки, Каханов бьет, но мяч опять заблокирован соперником. Падает Гусев, но здесь точно никакого фола не было. Ганюшкин на замахе убирает, а только передача точно не выходит. Идрисов срывает тоже пас. Ганюшкин играет длинную, но здесь адресно на Минченкова. Простреливает Александра. И не успевает Никита Немых. Опять Россош так добралась до чужой половины поля. А это фол на Ширенкове. Не понимает вышедший на поле тем временем в одной из пауз Сергей Фатьянов, что он сделал не так, но видите, фол был. Гефест, правда, не стал бить, хотя точка была, в принципе, ударная. Разыграл мяч. Идрисова прессингует вдвоем Немых и Минченков. Почти добились успеха, но класс Гефеста, конечно, очень высок. Немых, вижу, подустал, уже немножко выключается он в эпизодах.
Тяжело играть против Гефеста. Уже вот тут согнулся пополам Никита. В общем-то, особо замен нету Россоши. Заявлено двое, но Александра Крыганова я не видел. Так что только Сергей Фатьянов появляется на газоне со скамейки запасных. Минченков! Ну вот, может быть, это как-то придаст импульса Россоши. Александр на фланге нашел мяч и вложился в удар на 44-й минуте. Ну а удар с левой ноги у Александра великолепный. И сейчас он таким получился. Мяч еще лягушкой скакнул перед Станиславским. И тот не достал. И вот Кирилл Разумовский, коллега мой, как раз пишет, что опять 5-2. Ну да, у нас 3-1 и 5-2 самые популярные счета сегодня. Но не знаю, сохранится ли это до конца матча. Гусев сейчас его хочет исправить! Футболисты Гефеста говорят, что гол был. Система видеоповтора не сработала. Я не видел, может быть, и гол. Там очень такой отскок был сложно распознаваемый, но явно там куда-то в район линии, вот за ней или нет. Мы на видео потом сможем разобраться. Это абсолютно точно. Но пока тяжело сказать. Попробую. Сейчас сам посмотреть и прямо вам в эфире высказать мнение. Но пока Гефест разыгрывает угловой по периметру в своем стиле. Моисенков, Гусев, Идрисов, потеря. Опять не может Россоши со своей половины поля выйти. Идрисов. Обласов здесь играет в отборе. Ну, если матч закончится вот так, это будет самая крупная победа Гефеста над Россоши. Были 5-3, 4-2. Напомним, но здесь Минченков еще раз прикладывается с левой ноги. На этот раз не точно. Ну, знаете, надо, конечно, будет стоп-кадр сделать. Мне кажется, гол был после удара Алексея Гусева. Но, опять же, обвинить судью здесь в том, что он его не засчитал, по-моему, не представляется возможным. Уж слишком удар был хорош. И быстр отскок мяча. Ну, а арбитру невозможно практически среагировать, как не располагайся, без резервных и без той самой системы видеоповторов. Владение мячом у Гефеста все такое же подавляющее, все такое же доминирующее. Гефест – это вот не та команда, которая будет выключаться, сбавлять обороты, тем более, что были два таких звоночка. В лице матчей, в виде матчей с Энергомашем и APC. И хотя Алексей Швындин говорит, что ну там просто не реализовали много. Это одна сторона медали, а свои тренерские выводы, можно не сомневаться, он сделал и попросил играть более сконцентрированно его подопечных. Вижу, Сергей Анохин ждет паузы, чтобы заменить Алексея Гусева. Во втором тайме еще не появлялся у нас Павел Котов на газоне. Масленников вот вернулся в игру.
пока только Анохин ждет, но все никак, паузу не случится. Гусев, может быть, успеет еще забить. По-хорошему Алексей забил, но этого никто не увидел в игре. Ну, из тех, кто принимает решение, ни основной, ни резервный арбитр, хотя я не думаю, что здесь резервный, даже если бы видел, что гол точно был, имел бы какие-то полномочия подсказать и засчитать этот мяч. Все, нет, паузы уже. 3 минуты ждет Анохин. Он в середине тайма должен был Алексея Гусева заменить. Ну, наверное, это комплимент игре Гефеста, что пауз нет. Вот здесь Гусев скидывает не очень удачно, а там Ганюшкину надо самому поосторожнее играть, потому что чуть-чуть и был бы фол. А здесь Минченков! 1-1 и гол будет! Да! Александр Минченков забивает третий мяч Россуши. Ну вот что остается неизменным в матчах на Флотской. Ну, пока то, что счет 5-3, как и 2 года назад. Ну и то, что кто-то из футболистов Россуши оформляет дубль. Сегодня это не Папин Казарян. Папин Казарян уже за Россуши не играет. Сегодня это капитан команды Александр Минченков, который и тогда играл за Россуши и играет сейчас. 5-3. Но это класс нападающего. А вот в игру Гефеста, наверное, Минченкову бы сложнее было вписаться. По классу, конечно, он может в любой команде играть, но у него такой стиль футбола, что нужно, чтобы команда под него была заточена, чтобы закидывала мяч ему. Много его кормило. А Гефест немножко по-другому играет. Он с низом, в короткий пас, со сменой мест. Не самый такой любимый футбол для Минченкова, но не должны же все команды быть одинаковыми, все футболисты. И Минченков просто блестяще смотрится в составе Россуши. Является признанным ее лидером. Является одной из главных звезд Южной Лиги, основным форвардом сборной Юга, который возглавляет Виктор Пинаев, который сам за тройку выступает. Так что говорить о том, что, в общем-то, стиль игры Минченкова и стиль игры Россуши хуже, чем у Гефеста, нельзя. Гефеста, в принципе, выше класс. И Александр Масленников, вот только случилась ошибка, как он за нее наказал. Александр, конечно, не всегда реализует все так блестяще, но в подобных позициях ему лучше мяч не дарить, конечно. В касание он умеет ударить, умеет и не в касание. Ну, здесь он Комарову шансов не оставил. Собственно, голкипер мне вот по этой игре видится, наверное, на уровне Лиги Чемпионов, можно даже сказать, слабым звеном Россуши. Но это я бы не хотел, конечно, его обижать. И руководство Россуши. Ну, просто Станиславский сильнее. С другой стороны, Россуши — команда, которая борется за чемпионство на юге, команда, которая заняла 2-е место в прошлом сезоне, которая, в принципе, является вторым по статусу клубом юга после тройки. Хотя много там неплохих команд, я про Торпедо Сити уже говорил, Русу Ультрас, Иствуд. Команды хорошие, но все-таки тройка особняком стоит, а за ней и Россуши тоже особняком стоит. Никита Немых пытался удар Каханова в подкате заблокировать. Подкат такой был опасненький. Но не задел соперника Никита. Ну а Каханов стрельнул выше ворот. И кто знает, может быть, 88-й номер Россуши помешал сейчас правому защитнику Гефеста. Размен голами у нас в течение 2 минут произошел. И снова невысокий темп. Снова все спокойно. Снова Гефеста играет в давление фирменное. Снова Россуши обороняется на своей половине поля.
опять красиво разыгрывают долгую стеночку Мухин с Моисеенковым. Сразу не забивает, но мяч отскакивает к Андрею Идрисову. И тот, по-моему, между ног забивает Комарову из-за штрафной низом. 7-3. Ну, наверное, надо признать, что счет по игре. Замена в Россоше проходит. Дмитрий Адушев поле покидает. А, нет. Да, все правильно. Нет, неправильно. Дмитрий Адушев переходит на левый фланг, я вижу. Никита Немых направо. А Власов вышел, а покинул поле Фатьянов. Фол зарабатывает Россош, но здесь бить Минченкову неудобно, но точка хорошая, там Дмитрий Адушев будет. Удар не лучший получается. Мяч выше ворот летит. Ну и продолжается все то же самое, только вот здесь... Масленников скользит, проскальзывает на газоне. Ну, а мне интересно, появится ли Павел Котов на поле. Вот он как раз появился. На концовочку. Пока немного он играет в Гефесте, но... Я уверен, что он еще свое слово в новой команде скажет. Действительно, большой мастер Павел. И сам по себе человек интересный и такой... Приятный в общении, интеллигентный. В общем-то, любой коллектив может легко достаточно вписаться. А здесь Мухин принимает мяч, успевает Обласов к нему и не дает сразу же развернуться и ударить. Отмечаем передачу Моисеенкова. А здесь Масленников ошибку напускает в передаче. Минченков, если зацепится, будет опасно. Хорин слишком много пространства. Александру дает. Убирает тот под себя еще раз. Но нога здесь правая на Адушева. Тот... Попытка элегантная, изящная подсечка вернуть мяч своему капитану. Неудачная. Ну, а здесь Адушев фалит на Мухине. Хоть сам считает и иначе. Еще замена. Артем Баракин Масленникова меняет. Масленников очень хороший матч провел. Так вот, тихой сапой хет-трик-то оформил. И обошел Александра Минченкова в борьбе за звание самого результативного игрока матча. У Минченкова, напомним, дубль. Ну, а еще забивали у Россоши Адушев. У Гефеста Хорин, Ширенков, Моисеенков и Идрисов. Ну, а Гусев забил гол Фантом, который защиты не было. Радик Умяров возвращается на поле, меняет Максима Мухина. Дает Алексей Швындин всем поиграть. Баракин, диагональ справа фланга на левый. Передача в центр Умярову. Варакин сам же бежит открываться. Здесь Котов. Варакин в центре. Передача Анохину. Классно разыграли. Сергей думал, что, наверное, что делать до последнего. Или уже видел, как забивает. И в итоге не поймал мяч на ногу. Возвращается Сергей Фатьянов в игру.
Кого он там поменял? Никиту Немых, по-моему. Да, Никиту Немых. 2 минуты еще играть. Сомневаюсь я, что мы увидим добавленное время. Просто незачем. Ну а Котов бежит в прессинг. Вот это вот плюс большого состава, глубокого, что футболисты, которые поменьше играли, вот они в концовке выходят, и они заряжены, им хочется себя проявить, забить, они просто полны сил, и поэтому они добегают. Россош, конечно, уже особого желания играть нет. Команда бьется. Здесь к серо-голубым никаких претензий. До конца Россош играет. Но вот видите, очередная потеря. Котов. Да, Моисеенкова, который оказался на месте правого вингера каким-то образом в позиционных атаках Гефеста. А вот Каханов расчехляет свою пушку в очередной раз и в очередной раз выше ворот. Все ниже и ниже ложатся удары Каханова, но по-прежнему все так же не точно. А играть еще минуту остается. Думаю, что пора подойти в итоге. Гефест с счетом 7-3. Ну, пока 7-3, но точно побеждает в матче с Россошью. Славно поохотилась команда Алексея Швындина сегодня. Это очень хорошее начало. И, наверное, это будет самая крупная победа в первом туре Лиги Чемпионов вообще среди всех команд. Я вот думал, что, например, ФКСП может против Кайзера поставить рекорд. А ФКСП Кайзеру проиграл. Здесь штук Ганюшкин придумывает. Тут у него нет каких-то полутонов. Либо черное, либо белое в игре. Ну и, может быть, белого и больше, но для последнего защитника это, в принципе, характеристика так себе. Вот еще Моисеенкову немножечко воткнул, выражаясь футбольным языком. Ганюшкин Андрей, как всегда, закатил глаза. Ну, действительно, 7-3. Ты выигрываешь на последней минуте, получать не очень приятно. Там Сядушев не пронес мяч. А вот уже Ганюшкин протыкает вперед. Ну и финальный свисток. Адушев недоволен. Вот, вы знаете, час назад пищевик был недоволен, что не дали атаку ему довести последнюю. Но там была более перспективная атака, чем сейчас. И там тоже при счете 3-1 не было смысла спорить. Но и сейчас его нет. Адышев, в принципе, и не спорит особо. 7-3. Но матч окончен. Поздравляем Алексея Швынина, Дмитрия Вакуленко и их команду с победой. И весь Север тоже. Для вас работали Александр Седов и оператор Максим Гущин. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания.